Жители Чувашии предлагают получить уникальный опыт работы на Олимпийских играх в Сочи. Перечень вакансий, предлагаемых сегодня Оргкомитетом Сочи-2014, довольно обширен. От старшего менеджера отдела по обучению волонтеров-переводчиков до руководителя проектов эстафеты Олимпийского огня. Согласно исследованию одной из компаний, основными требованиями к кандидатам являются профильный опыт работы, коммуникабельность и стрессоустойчивость. Специалисты, чей труд будет связан с общением, представители инженерных и эксплуатационных служб должны владеть английским языком. Работодатели предлагают оформление по Трудовому кодексу России, корпоративную мобильную связь, медицинскую страховку, бесплатное проживание в Сочи, экипировку, а также вводные и специальные тренинги. Более подробную информацию об имеющихся вакансиях можно узнать на сайте Оргкомитета Сочи 2014 в разделе «Вакансии».